5 лет назад в Россию вернулся физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 24 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. В Твери к этому событию приурочили фестиваль ГТО среди семейных команд, который пройдет в эту субботу на стадионе «Химик». О том, как сдают нормы всероссийского комплекса в Твери, расскажем в нашем репортаже. Смена, 3 пристрелочных выстрела, заряжай. 3 пристрелочных и 5 зачетных. Старшеклассники сдают нормы ГТО по стрельбе. Анна и Ольга, ученицы 44-й гимназии, рассчитывают получить золотой значок. Но сегодня не повезло, придется идти на пересдачу. Хотя бы попасть в черную мишеньку, хотя бы даже самый краешек. Хотя бы 3 раза. Просто белую бумажку. В городском центре ГТО в это время проверяют инвентарь к предстоящему фестивалю. Вот дорожка для прыжков в длину, а на таком кубе выполняют норматив по наклону вперед. Судья ГТО Владимир Попов тоже готовится. Отжался 8 раз, норматив по возрасту выполнен. Я единственный в городе в 11-й категории. Награждайте меня. Ему 71. Награди значок ГТО, который мама Владимира Николаевича получила в конце 40-х годов прошлого века. Норму всероссийского комплекса мужчина сдает по 11-й ступени, от 70 и старше. Он обладатель золотого значка ГТО. Это наградной знак. Это не просто массово вручается. Это эксклюзивный знак. Его практически, он действительно только с удостоверением Министерства спорта. За время работы городского центра ГТО полный комплекс упражнений выполнили около 6000 человек. Значки разного достоинства – золотой, серебряный, бронзовый – получили более 2000. ГТО и предполагает этот комплекс, чтобы человек был всесторонний, физически развит. Не чтобы люди знали свои возможности, возможности своего организма и что-то совершенствовали в себе. При общении населения к здоровому образу жизни уделяют особое внимание на уровне региона. 12 марта на заседании правительства в Тверской области приняли стратегию развития физкультуры и спорта до 2024 года. В больших городах, населенных пунктах, поселках городского типа сегодня на карте были представлены объекты инфраструктуры, которые требуют ремонта либо модернизации. Тоже они будут реализованы по нашей стратегии, по нашей программе развития физкультуры и спорта в Тверской области. А 23 марта тверские семьи смогут проверить свои спортивные способности на городском фестивале. К участию приглашают семейные команды в возрасте от 6 до 69 лет. Начало состязаний в 11 утра на стадионе «Химик». Зарегистрироваться можно по телефону 34 32 75.